Короче, здорово. Вы сегодня на канале Entername Entertainment, и мы с вами поиграем в игру под названием «Ребенок в желтом», в смысле. Почему я не могу выбрать Пикмана? Аж все прошел. Сегодня мы с вами поиграем в «Ребенка в желтом», и я открыл новые концовки. То есть я могу здесь... Вот, видишь крольчонка? Крольчонок симпатяга. И мы можем выйти в коридор теперь и сбежать от этого, черт побери, демонюки. А как черт может побрать демонюку? Демон, вроде бы, он более высокий по рангу. И нам открывается новая глава, которую мы можем теперь... Да я же нажал! Вот. И нам открывается новая глава, которую мы можем выбрать. Это значок хаоса, кстати. Привет! Хе-хе-хей! Здорово. А так, а как закрыть тейл? А, нажмите, спуск. Хорошо. А чё здесь так много этажей? Безумие Пикмана. Бедняга, белый кролик, я знаю, что ты ищешь. Но здесь ты этого не найдешь. Это мое. Врач. В дурку попал. Уж извините, ребят, ничего с этим сделать не могу. Бедняга, белый кролик. Тебе прямая дорога в дурдом. Чё тебе ретушь лица, чтобы быть красавчиком? Она и так включена. Блин, как я отвратно выгляжу, что у меня даже с ретушью лицо такое. И интересно. Интересное развитие сюжета. Лифт трясется, ничего не понимаю. Лифты? Знаешь, вот эти лифты в Хрущевках, которые сделаны, я не знаю, из глины, я не понимаю, и... Там, когда строишь дом в Майнкрафте из земли, вот это что-то вроде на уровне лифта Хрущевки. Я всегда боюсь на таких кататься, я лучше пройду пешком 9 этажей. Ах ты ж гад. Открыть дверь в ми-лифт, поймать малыша, давай. Я ща тебе... В смысле? Куда делся? Ладно, наверное, посмотрю, что тут есть. Музыкальная чушь. Ну, люди, это даже не музыкальная чушь, это вообще непонятное что. Это какие-то рисунки, здесь даже музыки нет никакой. Музыка, что? Проб-пластинка, что такое проб-пластинка? Пицца лежит несъеденная, можно схавать? Пластинка, что это такое? Да. Положить пластинку. Попробуем посмотреть, что тут. Мне нравится музыка. Странно, она не подходит для хоррора, и поэтому мне нравится так эта штука. Она такая ламповая, она такая смешная. В то же время она пробирает меня до мурашек, настолько она жуткая. Я обожаю такие хоррорсы, в которых как бы... И не то чтобы слишком скучно, и не то чтобы слишком жутко, но все равно ты сможешь попугаться и потерять нервных клеток. Чё там? Давай, включи пластинку. Вот это более по мне. Чё за Бэд Пиггис начался? Гитарка, гитарка, телек. А могу, кстати, в чужой квартире просто зависнуть и... А, еще одна пластинка. Давайте посмотрим третью пластинку и может быть, что-то произойдет. Давай. Давай включаем. Прикольно, конечно, но мне как-то не особо по душе. Давай лучше ту музыку из Angry Birds. Да в смысле? Тупая пластинка упала, ненавижу тебя. Сори, у меня просто немного биполярочка. Так. Что нам нужно искать? Чашка. Эй, что, я теперь не могу ее закрыть? Ладно, неважно. Мы не это ищем. Что мы ищем? Письма. А что я ищу вообще? Что мне нужно поймать малыша? А как я могу поймать малыша? Звуки пианино. Кингсу. Эл короля. Что такое Эл? Наверное. А, один из трех. Я понял. Мне нужно, наверное, найти все три кусочка. Ну, блин, обожаю такие задания, где нужно найти три кусочка. По всей хате какой-то дебил их раскидал, а мне потом искать за тебя. Я и так билеты по музлитературе не могу нигде найти, где они завалялись. Слушай, как-то подозрительно быстро это все прохожу. Сейчас меня, наверное, откинет назад и сотрёт все сохранения. И теперь выключаем. И попробуем посмотреть, что здесь. Скримота! Как интересно, играю? И не нажимая клавиши. Погоди, что? А, все, он уже радуется, блядь. Здесь откинулась крышку, да? Я недавно так откинул крышку, меня мама чуть не убила за то, что я пианино ломаю. Так что, Пикман, я не советую тебе этого делать. Ой, как не советую. Да, я знаю, присесть. Я уже присел. Так, блин, ну сейчас начнется крепота. О, сейчас начнется капец.
Вы тоже слышите эти звуки? Походу нам... Я весь дрожу аж. Знак хаоса. Запись. Ладно. Ну, видимо, сейчас ничего страшного не будет. Видимо, все страшное будет потом. Труба! Черт тебя дери! Сантехника, вызовите! Меня трубы пугают! Ой, ой-ой-ой. Давай. Эхе-хе. Ну ничего. Колыбельная для королей. Как я удачно его сюда положил-то, что теперь он все вот это ножками вот этими дрыгает. Ты, кстати, запутался в пластинке? Я эту музыку, она настолько простая, могу сыграть в нее на пианино, но почему она меня пробирает до мурашек? На фоне кто-то ржет. Ха-ха, ржомба! Чё, в стендап иди. Не отдам тебе ключ. Ха! Затроллен, зарекроллен. Хо-хо! Открыть. Я. Давайте. Вызов лифта. Желательно, чтобы работал. Да, гадаю, сейчас не будет работать, да? Не работает. Черт, света нет. Ну да, действительно. Не повезло, не повезло. Чё, куда идти? Куда идти? Куда пустите? Скоро король прибывает. Вы что, вообще что ли? Какой король? Я понял, мой сын король, братаны, мой сын король. А, не сын, я ж тут нянька. А, ну значит мой подопечный король. А куда мне идти, блин? Что это? Что это, черт возьми? Как-то его плющит, смотри, вот так вот. А кто-нибудь может меня, пожалуйста, пропустить туда, куда мне надо? А, может мне туда надо, чтобы починить свет? Ну вот, отлично. Взять предохранители. Это что, Смит? Вау! Король. Везде драные короли. Не надо, пожалуйста, короли. Статус лифта, нет света. Синего предохранителя нет и розового. Я видел там розовые предохранители. Давай, ставь... А, не та пробка. Ладно, это розовый щиток. Блин, вот бы в жизни все так просто делалось, то что рандомный чел мог бы зайти сюда и просто взять, починить лифт. Я бы, наверное, смог. Но проблема в том, что ЖКХК мне тогда голову оторвет, потому что я за них их работу делаю. Пробка. Открыть. Чё? Ладно. Хорошо. Что там за сейф? А, что-то там 17. Запомни последние две цифры. 43-17. Я мастер квестов, люди. 43-17. Вводим. 440. О, я помню, у меня был такой кодовый замок. Какие амсмарные звуки они издавали. Вашим грызущимся клавиатурам не снилось. Да, правильно. Открыть крышку. Чё? Пробка. О, это мусор, да? А если чё? А если я сюда выкину короля? Да? Я думаю, это какая-то пасхалка. Нет? Погоди, погоди. Я не могу выкинуть короля? Он падает мимо, я не могу его выкинуть, серьезно. Я нечаянно открыл пасхалку. Реально? Я подозревал то, что я не могу его выкинуть, но если это действительно так оказалось... Разработчики игры, вы просто офигительны. А в смысле? Только что было хорошие синие предохранители. Вы что, вообще что ли? Я тебе сейчас как... Тебе сейчас... Пошел отсюда! Ой. Пошел отсюда! К чертям собачьим! Вот еще будет крипота, он мне точно отомстит. Не, ну не, ну пожалуйста! Валера, не надо! Валеренок! Валерчик! Валерчик, ну пожалуйста, пощади! Ой, ща будет скример. Ща будет скример, ща починю, и какая-нибудь хрень перегорит, и ща будет скример. Кстати, пробку. Статус лифта работает. Я боюсь. Я включу радио, как старое доброе, как я в прошлый раз проходил. Ну, привет! Познакомимся? Валера. Хорошо, он хотя бы меня не скриманул. Я пошел слушать музло, пока.
Нет спасения. Да ладно тебе. Есть спасение. Без выхода их ситуации не бывает. Тем временем ситуация. Чё? Я не могу выйти? Пустите меня! Ладно, хорошо.